Привет всем, кто интересуется теорией вероятности. Фил, с какой вероятностью в течение года меня может ударить молния? Вероятность удара молнией 1 к 700 тысячам. А с какой вероятностью на мой дом может упасть метеорит? Шанс, что твой дом повредит метеорит, 1 из 1 триллиона 800 миллиардов. А какие у меня шансы выиграть в лотерею? Вероятность выиграть джекпот в русском лото 1 к 45 квадриллионам. То есть выше вероятность, что метеорит упадет с неба на мой дом, чем мне выиграть в лотерею? При этом люди все равно продолжают играть. Рук, как ты думаешь, а можно ли выиграть в лотерею 8 раз подряд? А как насчет выиграть в лотерею 300 раз подряд? Фил, с чем можно сравнить такую вероятность? Это можно сравнить с тем, чтобы усыпать футбольными мячами Московскую, Смоленскую, Тамбовскую, Воронежскую, Пензенскую, Рязанскую, Самарскую, Астраханскую, Новгородскую и Псковскую области, завязать человеку глаза и чтобы он с первой попытки нашел единственный зеленый мяч. Вот это да! Представляешь, друг, примерно такая же вероятность исполнения 300 пророчеств в жизни одного человека. А такой человек существует. 355 пророчеств, которые были записаны в Ветхом Завете за сотни лет до его рождения, исполнились в Иисусе Христе со 100% точностью.